И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, с Димом Покемон, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем смотреть крутые постройки. Димочек, поздоровайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Димон еще сказал, накачал крутых построек, сейчас буду всем показывать, чтобы вы поставили нам лайки. Надеюсь, вы поставите. Давай, Димон, показывай. Лайка, попрошайка. Так, погнали. Не обманул, все, ребята, с вас лайк. Точно, это подожди, это у нас... Это уточка в кепочке, в шляпочке. Прикольно, да, выглядит она? А она есть механизмы, давай проверим. А там можно даже в нее сесть, короче. Есть механизмы. Сейчас, Дима, я сяду в нее. Давай, у тебя подъемник уже, Дима, немножко скрипит, смажь его. Да. Блин, ну что ты? Я там соскользнул, сейчас все нормально будет. Не ссы, Димас, я профи в этом. Там движок деле. Вверху, можно будет его сделать мощнее, если что. Ну, я так подсказываю, если кому интересно. Что, Димас? О! Громкая очень, но мне нравится. И чё за приколы? Я просто крякать могу здесь, или что? А чё она не едет? У тебя же колеса, я видел, привязанные. Так, секундочку. Я их даже вижу, там есть колеса. Я просто на максимум. Ого! Нифига всё, себе! Так ты лоурайдер именно. Ты на задних колесах. Ого! А ну стой, дайте еще разок поставлю стопе. У меня уточки этой нос двигается, видел? Ништяк. Смотри, у нее это нос двигается, крячку. А ну иду. О, прикольно. А, да, кстати, типа издает звуки и крякает. Ну и чё ты можешь? Вперед, назад, падать ты, но пьяная птица. Взрывайте вас, птицу. Прощай. Давай. Сейчас отвлечу немножко. О. Эпичный взлетел. Первый взрыв, пошел. Кто меня не обманул, я взлетел. Так. Дракоша. О, дракон. Это такой артик кто-то нарисовал классный. Всё, даже сдалека подумал, что это кенгуру, а потом увидел крылья, не, дракон. Да. Это, видимо, игра творческая очень, Scrap Mechanic, да? Ну да, можно придумать себе любую картинку. Люди, заходите в эту игрушку, делайте построечки и подписывайте их Димас ТВ. Или Димон Покемон. И все. И мы их найдем и обязательно покажем в ролике. И будет очень классно, мне кажется. Конечно. Вот как это... И мы сделаем с вашей постройкой, как с этой картины. Так что стройте. Мы всегда готовы. Взорвать ваши постройки. Видите, ребята, эти постройки сохраняются, все сохраняется. Так, тачку ставим. О, Димон, я вижу калитку. Садись ко мне. Это очень крутая тачка. Димон, я знаю, это машина назад в будущее. Давай сейчас двигатель улучшим. Тихо. Не надо, мне кажется, и так достаточно. Давай обратно поставлю, давай. Как было, правильно? Поставить? А, ты уже и так умощнил. Все, я как было поставил. Давай, едь. Блин, выглядит вообще шикардос, Димас. Такая прям опасная тачка, если честно. Подожди, я что-то нажал, она не едет. Да. А, ручник был, нифига себе тут ручник. Класс, классно. Она еще и быстрая. Мало того, что она красивая. Ой, нифига себе. Она еще и быстрючая. Капец. Мне нравится такая тачка, Димас. Вот не зря чувак ее делал, вообще крутая. Я даже могу на ней вырулить. Ой, что-то я поломил немножко, Димас. Сейчас я тебя... Ускорители, сделай на всю ускорители. Сейчас, только стой на месте. Сейчас мы, ребята, покажем. Тихо, да стой, я ничего не делаю. Так, спойлеры уберем, они ненужные. Сейчас мы тачку перебирать будем, Димас. Ну давай, Scrap Mechanic же, или как игра называется. Ну да. Так, что здесь лишнее? Как ты думаешь, что разработчик лишнее добавил? Мне кажется, не, колеса не лишние, конечно же. Вот эти вот фары, что это такое, ненужные вообще. Давай я улегчим, сделаем ее для ралли. Профессионалы. Мы вашу тачку, значит, затюнинговали, вы нам еще денег должны, понял? Да, мы вот делаем ее легче. Так, вон, а теперь она на баги похожа. На максимум, Димас, эти реактивные двигатели выкручены. Попробуй, Димас. Теперь покатайся, сейчас вот это вот.
Что-то слабо. Ништяк. Что-то слабо, Димон. Вот эту впереди надо штуку убрать, стой. Стой, вот эта штука, она самая ненужная вот эта в тачке. А, понял, давай. Вот, все, ништяк. Ого. Димас, ты сейчас назад в будущее полетишь. Блин, классно это чило. Давай едь сюда, сейчас тебя взорву. Еду. Сейчас ты, короче, будешь лететь, я тебя сразу взрываю просто. Давай. Ну что она как не валяшка? Погнал, Димас, давай, не расслабляйся. Лечу со всей силы. Да блин, сейчас, Диман, подожди. Ого, так далеко, да ладно. Круто, да, разбомбило ее? Прикольно. Музыкальная постройка, моя любимая. А, я в ней застрял. Рояль. Опа. Ой. Подожди. Так, все, погнали. Что-то надо... должно быть мощное. Удалить что-то надо, не? А, ну да. Удалил, Димас, что-то лишнее. Погнал. И... А чё? Что за дерьмецо? А чё, ничего? И просто написано, что это музыкальное что-то связано с музыкой. А тут фальшивка, самая настоящая. Ну, а я думал, ты скажешь, все, что касается музыки, это не к нам. Ну то ладно, Бэтмобиль, Димас, поехали дальше. Это Бэтмобиль из GTA 5. Ого, там что, есть Бэтмобиль? Это, короче, GTA 5 написано, что эта тачка прям GTA 5. Точка. Димон, спасибо тебе, я такой радый. Я могу махать и лететь, смотри, Димон. Сейчас, подожди. А чё она не летит? У тебя движков тут офигеть сколько. Эти, Димас, движки, сейчас два движка на максимум выкрутил. Давай. Сейчас я буду возле тебя проезжать, стой, проверишь, скорость большая или нет. Давай, я тебя взорвать, Димас? Не сразу. Ого, и чё, ничего? А чё ты не повернул? А чё ты не взорвалась, когда я в неё врезался? Не знаю, блин, вот это она быстрючая. А ты так взлететь не можешь? Попробуй. Ого, она дрифтует, мне нравится. Классно это чило. Не, реально крутая, дай я, Димас, сам покатаюсь, посмотри. Дай тут кружочек, да, это знаешь, как в детстве, дай кружочек. Да. Чё ты калитки застряют? Так, а чё ты нет? О, я могу внутри здесь сидеть, когда ты даже сядешь. Не, а я-то залезть не могу. А чё не работают эти калитки? Перестали работать кнопки? После того, как я врезался. Ну ты, Димас, врезал. А не, вот ты молодец. Да что за дерьмо? А, все. Молодец, Димон. О, тут даже какие-то. Это специально мод какой-то. О-хо-хо-хо! Димас, ты видел, я перевернулся и заново нормально стал. Я тебя хочу затюнинговать. Я лечу, это Бэтмобиль, реально. Это Бэтмобиль не летающий. О, дрифт, вот это нормальный дрифтец. Ну чё, Дима, взрывай давай. Взрывай бомбу. На! Вообще исчезла. Просто клинап. Парилась, можно сказать. Вот так вот. Так, следующая построечка. Это у нас такой... Хабатун. Какой хабатун? Круто. Какое-то странное круто название, Дион, ты придумал? Ну ладно. Пусть будет хабатун. А, это подожди, это как будто, знаешь, такая капсула выживания. Давай, ходунковая. Сюда, ко мне. Так, поехали наверх. Воу, круто у тебя здесь, Димон. Ты, Димас, на туалет садись, а это туалет, тю, блин. Ого, Димон, что туалет какой-то? Он меня выкидывает на улицу, когда посрал. Ну нафиг. Стой, я залезу, дай. Так, а чё это? Привет, что ли, какой-то, или что это? Всё, Димончик. Давай, Диман, садись в туалет. Всё, я сбоку сел, слева, на возле окошка. Музыка играет, а мы едем себе тихонечко, ей. Только не... Мне кажется, сильно... Ускорить что-то можно, давай сейчас посмотрим. Кстати, он ходит, и можно пока это... О, мне нравится, давай будем ходить и смотреть. Диман, классно, да? Хотя бы такую хату себе в реальной жизни. Ага. Мне кажется, она сильно ушатывает. Так, а где тут у нее же какие-то движки? Да, я тоже хочу движки найти. Может, вот эти датчики надо... А, не, я не знаю, как они работают. Нет, тут чисто по двигателям должно работать. Может, вот тут надо что-то еще понажимать? А, это музыка. Так, ну-ка... А, это плита, Димас, ничего. Вот это холодос. Смотри, опа. Неплохо. Да что он пьяный, робот?
Какой он смешной. Ногу отфигачил. Ничего себе. А он живучий. Да. Тыщ. Так, и Димас, последняя постройка. Смотрим. Она будет очень крутая. Ого, это Слендер. Это не Слендер. А чё как Слендер смотрится? Это Джек Скелетон. Я проверял, знаешь ли ты, а ты видишь, знаешь. А там написано просто. Короче, там по каким-то этим... О, Димон, я сейчас наверх к нему иду. Подняться. Вот, да, поднимись на него. Я сейчас тоже подниматься буду. О, тут ускорители работают. О, Димон, здесь круто, да ну. Да ну. Офигеть. Круто. Открыл окно. Тихо. Я тебя, Димон, жду. Так, Димас, я у тебя в хате. Ништяк. А чё я не лечу? Не знаю, давай, Димас, я выйду, короче. А чё я делаю? Ты просто стоишь на месте. А, мне надо какую-то штуку убрать, деревяшку, на которую прицеплено. Стой, Димас. Стою, ты такой маленький, я пьяный, Димон. Я падаю. Всё, Димас, перевернулся. А ну на подставку мне ещё разок. Я уберу только вот эту штуку ненужную. Все, Димон. Все, Димас, убрал лишние детали, теперь ты можешь ходить. Давай. Вот это эпический персонаж вообще. Самый лучший, мне кажется. Димон, смотри. А я иду. Так, о, Димас, ты лайк показываешь, надо поставить. Правильно, Димас. Нормально я иду? Ага, только ты ходишь на одном месте. А я не майка? А, подожди, я себе просто буду вперед нажимать без ничего. Димас, ты просто на одном месте. Я танцую польку-дрестушку. Чё-то подломилась она, Димон. Ого, туловище живое, ещё дрыгается. Давай ещё. Ух ты. Хитрость, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока!